остановить. Всем привет, дорогие друзья! Это канал обзор телефона Redmi 9. Сейчас я вам покажу, какие есть у него фишки, какие недостатки, какие у него есть обновления смартфона. И, в общем, я незрячий пользователь. У меня есть функция звукового сопровождения. Там на Xiaomi есть разные фишки. Вот сейчас я вам покажу его настройки. Первая фишка от А до Я. Обновление компонентов. Обновление компонентов, она позволяет обновлять приложения, системные программы. А еще на Xiaomi можно изменять темы, различные параметры. Xiaomi Redmi 9, там можно из него сделать iOS, iPhone. В его настройках есть функция «Второе пространство». Там можете хранить данные. Ну, теперь я вам покажу, какие у меня есть там настройки. Первое дело в настройках – это обновление компонентов. Я сейчас покажу. Обновление компонентов, оно позволяет обновлять приложения, системные программы. С помощью него можно обновить и загруженные программы. Теперь еще на Xiaomi есть такая функция состояния защиты. Это обновление через Google Play. Обновление системы безопасности через Google Play. Google Ассистент — это такая функция. В общем, по состоянию защиты оно позволяет обновить безопасность. Еще на Xiaomi есть функция питания и производительность. Оно позволяет экономить батарею. В том числе можно заморозить приложения для их экономии. Можно сделать производительность еще быстрее. А еще на Xiaomi есть приложение «Безопасность». Там можно ускорять телефон, еще оптимизировать его производительность. Есть минус в том, что там нету функций, как на айфонах, универсальный доступ. Еще это устройство было выпущено в 2018